Каля 4000 дрэваў краніруюць сёлета ў Магілёве. Цяпер для зеляніцеляў традыцыйны час падрыхтоўкі горада да вясны. У першую чаргу абрэзкі вядуцца там, дзе кроны дастаюць да электраправадоў. Атрымалі новае аблічча і дрэвы на цэнтральных вуліцах горада. Да таго ж, у вясну зялёнымі кронамі зашумацяць каля 5000 маладых дрэўцаў. Тут длину как бы задают нам. Мы сами от себя тут ничего не придумываем. Ну, первые деревья делаем, замер. Так. Ну и потом уже на глаз пристреливаешься и режешь. Працоўнаму па азеляненню на вышыні бачна ўсё. Тут на Сіменава кроны ў дрэваў будуць шаравідныя. Да таго ж абрэзка патрэбна, каб веткі не перашкаджалі электраправадам і былі бачныя дарожныя знакі. Определённая высота, как бы они мальчики смотрят, равняют, чтобы она была одинаковая, примерно 5,5-6 метров высота дерева самого. Обрезанного уже? Уже обрезанного, да. Они формируют на этом уровне дерева. Специалисты говорят, теперь выдатный час для обрезки, бо корневая система и ветки отримовывают шмат кислороду для росту. Згодна технологии на гэтую улицу зеленбудовцы вернутся праз 2 года. Стараемся в любом случае не оставлять ветки, поэтому часть вывозится. Часть у нас есть рубительная машина, которая перерабатывает на щепу. И что с ней делать? Если, ну вот в данная щепа, она будет вывезена на полигон, то есть на свалку. Если это были бы сухостойные деревья, то это идет на отопление. После Симонова и Гагарина работники накируются на Витебские проспекты и улицу Космонавтов. Обрезка будет должиться до Красовика, покуль не пошнется рух соку. У этот час будет вестися и высадка молодых древцов. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, новини региона.